8 декабря вышла такая статья. Последний министр обороны СССР умер Евгений Шапошников. В Москве на 79-м году жизни скончался советский и российский военачальник Евгений Шапошников. Он был последним министром обороны СССР с 1991 года по 1993 год. Шапошников руководил военными силами Советского Союза и СНГ. На него были возложены обязанности по выводу российских войск с территории бывших союзных республик и стран Варшавского договора, вывозу ядерного оружия и деполитизации армии. Эпоха ушла, а на этом...